Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Жизнь После. С вами канал AlexPlay, и мы продолжаем. Эй, иди сюда, поешь чего-нибудь. Да, секунду. Ставьте лайки, пишите комментарии. В общем, за окном у нас буря, метель. И мы попали в засаду. Хотя... Может быть, я даже рад. Мне тоже татуировки есть. Блин, ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Ты специально, да? Я думала, что никогда не согреюсь. Да. Ты вроде хотел поесть? Да. Да, сейчас. Да. Есть-то не хочется. Да, мне тоже. Замерзла? Иди сюда. Это правильно. Ну все, вторая жизнь отношений, по ходу дела. Нам это покажут? Это останется за кадром, скорее всего. Комментарий не излишний, да, здесь? Вау. Очень красиво. Метель прошла, и мы возвращаемся. Так, ну уже по-другому. А чего она стесняется-то? После того, что было, ты стесняешься? Ты серьезно? Ну, боже мой. Что вот, чем вы там занимались? Что так стесняешься? Так, найс. Конец. Неужели это финал? Да нет, мы еще не уничтожили фриков, мы еще вакцину не изобрели, так что я думаю, это только начало. Посмотрим, ребят, посмотрим. Вот. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии, ребятки, это дико помогает, я снимаю дикие игры для вас. Да, только для вас. Ни для кого другого я не снимаю, только вот для тебя, и для тебя, и для тебя тоже, и для вас всех, кто подписан на мой канал. А, сейчас еще рапорт писать, да, отчеты. Все такое. Что такое? Ты что, влюблен в нее? Так посмотрел. Он по-любому влюблен в нее. А я ему, типа, помеха, да? 10 тысяч опыта и 700 доверия. Приз получен. Что-то стало холодно. Бомба с дистанционным подрывом. Вот это классно. Вот это крутая штука. Деталь, знакомое лицо. Привет. А у тебя как дела? Уровень доверия повышен. Это очень круто. Так, поэтому давайте как какое-нибудь оружие возьмем новое. Да, капитан. Капрал Сент-Джон на связи. Иди-ка ты отсюда! Возвращайся в штаб. Немедленно. Я жду тебя в лазарете. В лазарете? Что случилось? Произошел... инцидент. Я еду. Ну что еще? Лейтенант Уитекер, вы на связи? Черт. Сара? Сара, ответь! Ну что ж такое? Что случилось-то? Ничего не приглянулось. Спроси. Так, значит, есть, значит, что у нас такое? Ковбой. Так, что у нас? Урон побольше, точность лучше, останавливающее действие. 1000, давайте купим ковбоя. Вовсю пользуешься второй поправкой, я смотрю. А также
Чиганская скрипка какая-то. Найс, кстати, темп стрельбы очень хороший. У нас был такой, станет получше. За 3000. Урон лучше, точность лучше, темп стрельбы и патронов, конечно же, больше. Покупаем. Эй, ты с этим поосторожнее, глаз себе не выбей. Так, припасы. Аптека у меня есть, гранаты. О, осколочный... Так дешево стоит. Меня миллиардером, да? Гранаты мы по-любому купим, гранаты нам нужны. Так, ну также боеприпас. Тебе кредиты дыру в штанах прожигают, что ли? Вот, другое дело. Так, ладно, действительно. Ладно. Сбережем немножко. Капрал Сен-Джон, еще помню, увидимся. Это было вчера. Я гуляла в парке в районе Олд Милл, в центре Фернера. Знаешь это место? Была пятница, холодно, но солнечно. Со мной была немецкая овчарка по кличке Гризли. Я ее обожала. Появился человек с ретривером. Я сразу поняла, что-то не так. Пес был болен. Почему он этого не видел? Сначала собаки играли, но вскоре, буквально через 5 минут, начали рычать и кусаться. Все собаки в парке, штук 20, были покусаны. Я отвела Гризли домой, но он тоже заболел. Стал злым, как будто бешеным. Шерсть начала выпадать. Я отвела его к ветеринару, и его усыпили. Это было самое начало. Я не просил рассказывать мне о своей жизни. Все. Я тоже не просил, но просто очень интересно. Думаю. Так, подожди, давайте сразу посмотрим. Это, в принципе, рядом, да? Сразу отметим. Что там случилось? Боже мой. Нельзя их оставить ни на минуту. Ни на час. Иди, иди. Что эпидемия? Происходит? Капитан? Доктора Хименеса убили. Что? Этот подонок. Ах ты, господи. Перерезал ему глотку. Где Тейлор? Он... Тейлор что-то видел? Все препараты пропали. Тейлор. Это моя вина. Я назначил его в лазарет. Нет, я не об этом. Тейлор наркоман. Ты знал? Хотя не важно. Уже нет. Неужели это он его убил? Это моя вина. 4000. Подожди, это который без ухи, что ли? Которого мы спасли? Это он? Так, а сейчас будем выяснять. Надо будет выяснить. Я пока не знаю, куда нужно идти. А, вот, наверное, да? Это трофейная охота, это не то. Ладно, сейчас узнаем. Я думаю, нам сейчас скажут все. Пока что давайте посмотрим. Ух ты, нифига себе, это столько... Это удобрение, да, земля? Тут у нас капуста растет. О, боже мой, капуста. А что, вот это такое интересное, редиска или что такое? Так, лучок. Вот, наверное, редиска, лук. А это что, цветы? Навряд ли они цветы будут выращивать. Нет, это что-то, наверное, съедобное тоже. Алоэ. Да, вот это точно, наверное, алоэ. Найс. У нас тут небольшой такой огородик. Так, ладно, я, наверное, сяду на байк. Дальше мы узнаем, потому что так действует. Эй, побегаешь, побегаешь. Нельзя. Немножко. Как жизнь? Привет. И... Продолжится сюжетная линия. Пока что просто прокатимся. Работа накопилась. 100 лет. Я только как выйду с лагеря, со мной свяжутся. По-любому. Я прям уверен. Я же говорю. Или нет? Капрал Сен-Джон вызывает капитана Коури. Прием. Коури на связи. В общем, я буду искать Тейлора. За ним уже выслали несколько патрулей. Полковник в ярости. Ну еще бы. Док был хороший мужик. Капитан Хименес был нашим единственным врачом. Слушайте, Тейлор вроде говорил, что хочет податься на лыжную базу. Поищу его там. Если найдешь, сообщи. Но учти, полковник велел брать его живым.
Да, понял. Конец связи. Так, и где это? Ух ты ж, нифига себе, довольно-таки далековато. Хороший солдат. В этой территории мы, в общем, не были. Ну, погнали. Почти 2 километра. 700 км. Ну что, доедем сейчас быстренько и разберемся с ним. Капрал Сен-Джон, жду тебя срочно в Diamond Lake. Есть, капитан. Олень на дороге. Ну куда ж тебя несет? Так, подожди, какой Diamond Lake? Зачем мне Diamond Lake? У меня уже есть задание, я уже еду туда. Мне нужно поехать на лыжную базу. Правда освобождает. Вот этого мне не надо. Как все случилось. Ну уж нет, я не буду слушать этот бред. Так. Ну вот, уже километр. Почти сделали это. Ух ты, блин! Так, лучше не рисковать. Сейчас доставляет задержанного. Завтра состоится законный суд. На закате мы его повесим. Законный суд? Конечно. Каждый заслуживает справедливого суда. И справедливой казни. Через повешение. А, ну да, справедливый. Ух, приказ я выполнил. Конец связи. Завалил. Что ж вы... Найс. Еще трофеи. Так уж мы соберем. Там что, громила, что ли? Вот он, громила. Охренеть. Что, ну с ним я, наверное, не буду связываться. Так. Тут рядом что-то еще есть. Тут рядом должно быть еще гнездо. Вон, я вижу гнездо одно. Давайте тогда его тоже подожгем. Слушай, а я могу громилу завалить, по идее. Так, мне нужен отвлечение. Вот и все. Нифига себе. Я громилу завалил. Жесть. Раньше я не мог так сделать. Отлично, найс. Я просто хочу тут еще, наверное... Гнездо где-то рядом. Да, вот это гнездо. Я уже чую вонь. Разрушить. Еще так, ну готовьтесь. Сейчас мы его... Найс. Да сколько же вас здесь? Отлично. Так, ну тут мы все сделали. Пепел гнезда. А, так, значит, собрать я уже не могу, да, вот этот коктейль Молотова. Больше мне не хватало. А что, ты перелезть не можешь? Ё-моё. Единственное, вот, блин, канистру надо забрать. Возьми, пожалуйста, канистру. Так, и поедем дальше. Где мой байк? Я его спрятал, даже сам найти не могу. В укромном месте. Что ты делаешь? Вот что ты делаешь? Слезь давай. Ты, боже мой. Надо бак заправить, я же забыл. То, что надо. Там 47% было. Меньше половины. А мы договорились, если у нас будет меньше половины, то будем заправлять бак. Готово. Так, выкинем. Так, и поехали. Тут где-то еще одно гнездо, но я не знаю, где оно, это во-первых. Во-вторых, у меня нету коктейля Молотова. Ладно, другой раз найдем. Почему не отмечено? Это другое дело. Я не хочу в петлю. Зачем он такое натворил? Неужели это все из-за страстного желания... Я не знал, упороться.
убил человека, все забрал, куда-то сбежал. Дебил. Просто дебил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут можно каток целый устраивать. Если подстынет. Что-то везде тут канистры валяются. Надо это место запомнить. Ну, примерно на перекрестке, да? Вот. Ладно, Сэмсон, ты слышишь? Да, Уивер, слышу. Эй, зови меня, Джим. Слушай, я тебя не поблагодарил. В смысле, за помощь. Да ладно, я просто выполняю приказы. Но все равно спасибо. Я ценю, что ты таскаешься водище, рискуешь своей шкурой. И, кстати говоря, напалм у меня почти готов. Скоро поможешь нам испытать его в деле. Ну окей, это хорошо. Я бы хотел дополнительно сжигать гнезда и... Ну, гнезда ворон и фриков. Это постоянно не хватает мне припасов. Капитан. Ну... Эти следы свежие. Ожидаете сопротивления? Так, надо осмотреться. Ну, тут куда? Понятно, надо с мотоцикла начинать. Навык не растерял. Прям как Шерлок Холмс. Молодец. Фрики. Керосина нету. Это кто такой? Блин, вот этих шакалов или как их? Их даже жалко, я их не хочу убивать. Это как будто бы дети. Ты серьезно? Неужели они на меня нападут? Там сейчас снайпера. Я что-то видел. Упс. Кажется, я спалился. Остановился. Все туда. Да вали ты нахер! Проваливай. Угомонись. Тут другие проблемы. Да вы сами, вы первые начали. Нормально. Так, выглядывай. Ой, сбежались-то. Нормально. До снайпера. Минус. Так, еще один. Наверное, мне тоже нужно понадобится снайперка. Да чтоб тебя. Так, минус. Да что ты будешь делать-то? Наконец-таки. Давайте по одному высовывайтесь. Минус. Правильно, отступайте. Скоро вы... Я добегаюсь. Ну, посмотрим, кто из нас первый добегается. Зря вы это все начали. Прикол в том, что я вас тоже вижу. Вот, осколочная граната как раз в этом деле нам поможет. Бам! Минус три. Это вот этот наркоман? Так, а что у него?
пистолет. А, вот, ну да, безухи, я так и думал. Тейлор. Торчок. Дикон Сент-Джон. Как дела, Тейлор? Облажался я, бро. Не хотел я его убивать. И откуда он только там взялся? Док был хороший, он ведь, сука, он мне помог. Ну, вставай. Нет. Я не хочу в петлю. Я не хочу в петлю, нет. Эй, слушай меня, Тейлор. Тейлор. Да ты дрыгаешься, Уэйт. Обсираешься, а эти мудилы стоят по стойке смирно и ржут над тобой. Стоят и ржут. Не хочу в петлю. Не хочу в петлю. Дик, не дай меня повесить. Я прошу. Ладно, Уэйт. Он что, воздух ему, что ли, впустил? Сент-Джон! Я здесь! Передоз. Вот черт. Неси его наружу. Чё не собирался делать? Хреновый момент. Какого черта он туда полез? Ведь у него было идеальное условие. Плевать, что человек натворил. Фрикам тела не оставляем. Могу сказать одно. Полковник точно не обрадуется. Ну а что мне нужно было делать? Он мне почти друг был. Я его спас из задницы. Мы с ним общались. Как-то... стрёмная ситуация. Бывает такое. Вот сидел бы спокойно там и сидел. Ну какого черта он туда полез вообще? Нахрена? Нахрена он вообще его убивал? Если бы он этого не делал, если бы не убивал, ну попросил бы и все такое. Его бы, возможно, куда-нибудь в лазарет бы отправили. На перевоспитание. Херово. Но он сам виноват. Ну? Нашли его. Уже мертвым. Передоз. Вернули большую часть препаратов, но не все. Как будто мало несчастный наш мир повидал разложение. Как будто в нем и без того слишком мало безмозглых, бездушных тварей. Доставьте их в лазарет. И на сей раз не вздумайте приставить к ним наркомана. Слушаюсь. Теперь у них только один врач. И это моя девушка. Хороший солдат.
Заказные наклейки. Кстати, надо будет наклейки нам новые сделать.